В своем послании президент неоднократно обращался ко внешней политике. Среди тем и развитие торгово-экономического сотрудничества с Молдовой. Это наглядный пример выстраивания отношений по-соседски, точнее, добрососедски. Как отметил Александр Лукашенко, по-нашенски, по-славянски, добром притяни к себе. Президент Молдовы передал в регионе ключи от белорусских тракторов и коммунальной техники, которую в ходе недавнего визита в Кишинев подарил президент Беларуси. Пост с торжественной церемонией передачи Игорь Дадон опубликовал на своей странице в соцсетях. Местные власти выразили признательность. Техника как нельзя пришлась кстати. Игорь Дадон во время торжественного мероприятия отметил, белорусская техника известна на весь мир. Более того, 2/3 всех тракторов в Молдове произведены на Минском тракторном заводе. Благодаря этой белорусской качественной спецтехнике у вас в городе Бричаны будет намного чище. И я уверен, что люди начнут больше с уважением относиться и к Молдове, и кто знает, может быть, и другие примут такие же решения, помогут и другим нашим городам. Александр Григорьевич Лукашенко, большое спасибо. Спасибо от имени молдавского народа. И если вы не против, я с ним встречусь в середине мая, я ему передам большое спасибо от жителей Бричан. Новые машины будут использоваться для обслуживания и ремонта дорог, вывоза отходов, очистки улиц, других целей благоустройства. Всего в молдавские регионы переданы 5 тракторов МТЗ и 2 коммунальные машины МАЗ.